Замечательное, интересное остается всегда напоследок. Мы с вами это прекрасно знаем. Торт приносится тоже в конце праздника. У нас с вами две сцены, которые мы с удовольствием внимательно будем смотреть. Соня Клименко, Лиза Каратаева, Егор Васильев и Даша Дмитриева, Тэффи, Кроткая Талечка. С радостью согласился на предложение жены пригласить меня погостить в деревню молоденькую племянницу Талечку. Он уже несколько раз встречался с ней в городе, и она всегда производила на него самое чарующее впечатление. Свежая, крепенькая, чистенькая, с розовыми пальчиками и ясными глазками, она сразу располагала к себе все сердца. Талечка быстро отозвалась на приглашение и через неделю пила свой первый утренний чай на веранде у Светлова. Ах, дорогая тетечка, как у вас здесь все красиво! Я никогда в жизни ничего подобного не видела. Светкова слушали ее восторженные похвалы с удовольствием. Их дом был действительно отделан со вкусом, изящно и стильно. Ах, дорогой дядечка, я так рада быть здесь. Теперь я должна приложить все усилия, чтобы быть вам не в театре, а напротив того полезным. Ну, полно, Талечка. Пейте лучше ваш чай, а то он совсем просит. Ах, дорогая тетечка, я непременно свяжу вам горбачевный чайник, и тогда чай никогда не будет простывать. Непременно, сейчас же свяжу. Она быстро побежала в ведерной комнате, вернувшись с мотком свежей шерсти и костяным пучком принялась за работу. Работала она усердно до самого вечера, забавно в розовой будке, быстро шевеля розовыми пальчиками. Талечка, бросьте, не устанете. Такое милое существо, такая кроткая, ласковая девочка. Все для других, ничего для себя. На другое утро они застали Талечку уже за работой. Оказалось, что бедняжка вскочила в 6 часов утра и чуть не плакала, что все-таки не успела закончить работу к теткиному пробуждению. Утешили, как могли, и Талечка снова надув от усердной губки завертела крючком. Пути часового чаю она торжественно напялила на изящный датского фарфора чайник, серый кривой колбас, похожий на вывернутый шерстяной чулок. Вот, дорогая тетечка, и дайте мне слово, что вы всегда будете одевать его на чайник и при этом вспоминать вашу любимую Талечку. Собственно говоря, то ужасный колпак портит мне весь стол, но не могу же я обидеть этого милого ребенка. Выпрошу, когда она уедет. Какие у вас красивые салфеточки, дорогая тетечка. Это все в финском стиле. Я задумала вам один сюрпризик. И сразу после чая Танечка принесла моток шерсти и снова быстро закрутила крючком. Работала она несколько дней, и так как это был сюрприз, то никому не объясняла, в чем дело, только лукаво улыбалась. Завтра все будет готово. Всю ночь виднелся свет в ее комнате. Она работала. Утром Цветковы вышли на веранду пить чай и ахнули. Все их очаровательные стильные салфетки были обшиты связанными Талечкой корявыми толстыми кружевами. Зачем это вы? Это потому что я люблю вас. Я так рада быть вам полезной. Милая девочка, она такая трогательная. А кружева можно будет после ее отъезда спороть. Талечка оказалась, что называется, золотым человеком. Ни минуты не оставалась на празднике. Какая у вас чудесная мебель, дорогая тетечка. Я непременно свяжу вам чехлы. Через 10 дней Цветковы не могли без ужаса проходить мимо гостиной. Потому что на спинках всех кресел, стульев и диванов Талечка нашпилила связанные ей зеленые салфетки. Ты бы как-нибудь отвлекла ее. Жаль, что она так старается. И все в сущности напрасно. Цветкова предложила Талечке поехать к соседям в гости. Можно немного развлечься, деточка, а то не все за работу. Даже по пути. Нет, дорогая тетечка, мне сначала нужно сделать метки на ваших платочках. Уж у меня такое правило. Сначала все для других, а потом уже для себя. Но вы не мешайте мне. Я вас так люблю. Для меня такая радость быть вам полезной. И на тонких кружевных платочках Цветковой появились огромные метки крестом из красных нитей. А точка и С точка. Кресты были так велики, что на любом из них можно было бы распять по 2 христианских мученика. Цветкова застыла от ужаса. Те же метки появились через несколько дней на ее белье. Милая тетечка, я вам на рубашках поставила метки сзади, так как на груди слишком много кружев, и их бы совсем не было бы видно. Яркие красные метки сквозили через легкие летние платья, а Цветков говорил жене. Знаешь, Аня, ты словно каторжник с бубновым тузом на спине.
зашло. Это очень мило, дорогая моя. Это похоже на настриженные ногти. На перламутре. Ну правда же, совсем перламутре. Я делаю вам много таких рам. Я так рада быть вам полезной. Вечером Цветков приуныл и сказал жене. Знаешь, Аня, мне как-то надоело жить в деревне. Если бы не предстоящие земские выборы, я бы уже уехал. А ты как думаешь, Талечка скоро уедет? Не знаю. Ей здесь, кажется, так понравилось. Она такая милая, что я решила обидеть. Только зачем она стрижет эти ногти? Талечка сделала 15 рамок и изуродовала ее 6 комнат. Особенно круто досталось кабинет Цветков. Он уже не мог там больше сидеть. Знаешь, Аня, плюнем на все. Поедем за границу. Хоть на 2 недели. Иначе я думала уйти. Так уж лучше надуть ее. А как же выборы? Ведь ты можешь пройти в предводитель. Ты так мечтала об этом. Да что там? Мне все равно никакого человека в дом нельзя пригласить. Я прекрасно знаю, что Талечка дивное существо. Но она нам за 1 месяц так дом загадила, что порядочного человека пригласить стыдно. Подожди, только одного боюсь. Она опять что-то крючком крутит. Цветкова кусала губы от досады, а вечером вспорнула и решила одну Талечку. Милая, маленькая Талечка, мы уезжаем на всю осень за границу. А сначала мы завезем вас к вашей маме. Талечка подумала минутку. Вздохнула и сказала решительно. Нет, дорогая тетечка, ну вы же знаете мое правило. Сначала все для других, а потом уже для себя. Я останусь здесь месяца, ну скажем на 1.5. Закончу вам один терпение. Я вас так люблю. Для меня такая радость быть вам полезной. Цветкова истерически засмеялась, а муж ее вышел из комнаты и хлопнул дверью. Что ж, Аня, укладывайся. Едем за границу. А как же выборы? А черт с ними. Меня бесит только то, что ты не могла прямо сказать этой девчонке, чтобы она отвязалась от нас. Попробовала сам. Мне неловко. Я мужчина. А мне неловко. Я женщина. Я тетка. Попробуем еще. Может быть, как-нибудь. Через 4 дня они уехали за границу. Далечка провожала их. Кроткая, преданная, заботливая. Тетечка, дядечка, не забудьте вашу Талечку. Вы же у нас вечно. Милая девочка, ласковая, кроткая, все для других. А жена его молча утирала глаза кружевным платком, зажав кулак раздражавшую красную нитку. А, точка, и С, точка.